Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Друзья, привет! Я Диана, и вы меня уже не раз видели на этом канале. Я живу в Киеве и тренируюсь в фитнес-клубе «Бицепс» у Юры Спаса-Кукоцкого. И сегодня я расскажу зрителям канала 5 мифов тренировки груди для девушки. Первый миф. Девушка может ходить в зал и накачать грудь. Это чушь. Девушка может только накачать мышцы, которые у нее под грудью, слегка тем самым приподняв грудь и сделав ее более сексуальной. Но сама грудь – это молочная железа, и качать там нечего. Второй миф. Если тренироваться в зале, то грудь уменьшится. Смотрите, я уже 3 года тренируюсь, и грудь не уменьшилась. Грудь уменьшается от похудения и сушки, а тренировки мышц на нее влияют только положительно. Третий миф. От тренировок женская грудь превращается в мужскую, как у бодибилдерш. Это тоже чушь. Когда женщины выступают на соревнованиях, у них сушка. Это 5-7% жира в организме. Вот и грудь кажется, как у мужчины. Потому что весь жир в организме сгорел. А вам, дорогие посетительницы тренажерных залов, такая сильная сушка не угрожает. Даже если вы год будете ходить в зал, сидеть на диете. Потому что это совсем другой уровень тренировок и питания. Надеюсь, теперь вы будете разбираться, что происходит с женской грудью в тренажерном зале, и не будете верить в мифы. До следующей встречи, друзья!